Знаете, у нас подарки для зрителей программы. Мы им дарим таких чудесных животных. Поэтому вот если... Ух, какой красавец! Просто шикарный. Это британец, которого зовут как? Филя. Филя. Вот это британец Филя. Мы его подарим. Каждый день? Каждый день мы дарим, да. Да, взрослых кошек? Ну и когда взрослых, когда котят, кого принесут. Удивительно. У вас были когда-нибудь кошки? Вы знаете, у меня собаки всю жизнь были. И сейчас у нас уже 6 лет живет любимец наш, Джек Рассел. Вот, так что... Нет, я вам не предлагаю, я знаю, что все всегда говорят, у нас собаки, все собачники, поэтому мы даем зрителям. Вот почему бывает, что люди, вот Юрий Антонов, например, я знаю точно. У него и курицы там разговаривающие, да? у него полный зверинец. Вообще, знаете, люди, которые любят кошек, потому что это просто как вот с детства, мне кажется, как повелось уже, да, как-то вот. Ну, у вас с детства повелось, насколько я понимаю, с музыкой, поскольку и брат, и отец, они, в общем-то, все... как бы музыканты одаренные, сочинители, исполнители. Со своим багажом. А вы сочиняете? Нет, на самом деле вот как-то не настолько я музыкальная получилась, как мой брат, как папа. Я все-таки больше такой... Организатор. Да. Так, сейчас хорошо меня правильно поняли. Да, у вас так на сайте написано. А, на сайте написано. Я думала, вы вообще не догадались. Да, я больше организатор, а Дима больше, конечно, творческий человек. У него, кстати, тоже в честь 45-летия скоро будет большой сольный концерт. Он готовится прямо в день рождения, 29 января 2015 года. Вот. И там у него как раз будет концерт, где он половину концерта будет играть, а половина концерта будет, естественно, не может обойтись без своих любимых песен, не порадовать своих поклонников. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».